В Рио-де-Жанейро стартовал чемпионат мира по гребному слалому. В составе сборной России за награды борется тагильчанин, воспитанник школы Олимпийского резерва «Уралец» Дмитрий Храмцов. Тренеры 19-летнего спортсмена Сергей Салтанов и Ольга Гвоздева. Главные награды Дмитрия – медали первенства мира в командной гонке 2012-2013 годов. На закончившемся недавно чемпионате России тагильчанин замкнул тройку лидеров. На чемпионате мира Дмитрий Храмцов показал 12-й результат на каноэ-одиночке. Впереди квалификация в личных заездах.